Здравствуйте, друзья мои! Сколько раз в своей жизни я слышал вопрос, на который я никак не мог найти быстрого и остроумного ответа. Чем вы там в церкви занимаетесь? Это действительно восклицание, которое просто обезоруживает церковного человека. Действительно, ты становишься на позицию светского гражданина или атеиста, безбожника, человека секулярного, и смотришь на людей, которые заходят в церковь, выходят из нее, на священников в странных облачениях, и думаешь, что там можно делать 2 или 3 часа на праздник? Что они там делают? Ответ, который отдают верующие обычно, не удовлетворяет. Мы говорим, молимся? Мы молимся? А что такое молимся? Это что? А как это объяснить? Ты дома разве ты не можешь помолиться? Ты разве не можешь сделать что? Что это такое? Вот я сижу и читаю книгу. Или я размышляю. Может быть, я еду в автомобиле и слушаю музыку. Мне интересно, например, послушать какую-нибудь последнюю симфонию предсмертную Чайковского. Мне интересно прочитать книгу, поговорить с приятелем, написать письмо. Это понятно, это очень понятно. А молимся – это что? Мы говорим, молитва – это разговор с Богом. Тоже непонятно, потому что а кто это? Вы с кем разговариваете? И что он отвечает? А как вы узнаете, что он вас услышал? Как вы определяете, что сейчас в этот момент можно с ним говорить? Это вопросы, которые задает человек, который никогда не пробовал молиться. Он не знает, что это такое. Но и нам сложно ответить. Нам, верующим людям, бывает сложно объяснить ребенку, например, что мы сейчас делаем, зачем это нужно, что это было, почему нужно стоять на молитве и вот так строго, неподвижно, почему нужно именно стоять, почему, зачитав молитву, церковный человек подхватывается, ему нужно непременно встать, а не сесть или расслабиться, положить ногу на ногу. Почему так важно для нас это даже внешняя форма? Что это такое? И действительно объяснить все эти вещи очень сложно, потому что речь идет о очень глубоком опыте, который больше наших слов. На самом деле это так. И эту истину признавал сам апостол Павел, который говорил, что мы молимся не сами, а сам Дух Святой вопиет в нас воздыханиями неизреченными, незаглаголанными. То есть сказать, что молитва – это разговор с Богом, тоже неверно, потому что это не совсем разговор. Это нечто, что больше слов. Слова приходят потом, просьбы приходят потом, прошение или даже благодарность. До всего этого есть нечто, что происходит где-то на последней глубине. А для людей, которые вошли в эту реку молитвы, это становится вторым дыханием. И это можно только почувствовать, пережить, опытно пережить, открыться этому. И вот был такой замечательный философ Аристотель, уже покойный. Он написал несколько замечательных книг, которые позже назвали этиками. И он пытается объяснить своему читателю или слушателю, некоторые считают, что это была запись лекции, что такое добродетель. И в конце концов приходит, делает круг определенный в этом разговоре, в этом объяснении. То есть он говорит, что добродетель, он дает много формировок, определений того, что есть добродетель. Но в конце концов приходит к тому, что добродетель — это то, как поступает человек добродетельный. Это то, как поступает человек добродетельный. Вот и молитва, если искать ей какое-то определение, более-менее приемлемое, наверное, мы должны воспользоваться этим открытием Аристотеля. Совершить этот герменевтический круг, позволить себе его совершить, потому что молитва — это то, как живет и дышит человек молящийся.
все остальные определения не попадают в самую суть. В самую суть этого чудесного, совершенно необъяснимого, но очень глубинного опыта человека, молящегося, христианина по-настоящему. Что мы знаем о молитве? Мы узнаем о ней раньше любых определений, раньше любых книг о молитве, которых очень много написано, и еще пишутся, и будут написаны, может быть, еще самые лучшие книги о молитве. Они еще не написаны. И, может быть, в ближайшие несколько столетий появятся те подвижники, которые, наконец, найдут нужные слова, подходящие. Но я могу сказать про свой личный опыт о том, что молитва для меня открылась, когда я увидел человека молящегося. То есть мы не от слов узнаем об этом, а только увидев человека, который по-настоящему молится. Я хорошо помню, например, маленькую комнатку своей прабабушки, в которой стояла икона Божьей Матери, лампадка, маленький молитвословский у Печерской лавры, кроватка, шкаф и больше ничего. Больше ничего. Прабабушке не было ничего нужно, только вот эти самые дорогие для нее вещи. Икона, лампада, молитвослов. И я очень хорошо помню в детстве, когда ты играешь в зале, в больших комнатах, и вдруг почему-то оказываешься наполовине у прабабушки, ты чувствуешь иную совершенно атмосферу. Здесь присутствует какой-то другой человек. Здесь какой-то совершенно иной воздух. И это был воздух молитвы. Там молились. И я потом неоднократно это переживал и чувствовал, когда оказывался в кельях схимниц, монахинь, священников пожилых, с которыми мне посчастливилось общаться. Ты переступаешь порог их кельи и вдруг попадаешь в совершенно иную атмосферу. Мне даже казалось, что люди от самой этой атмосферы здоровеют, исцеляются. И что можно сказать о ценности молитвы, если даже от молитвы одного скромного старичка или старушки, монахини, монаха, священники, даже простой бабушки, менялась атмосфера вокруг нее? Конечно, это не физическое измерение. Есть люди, которые говорят, что давайте вот мы приборами замерим, что происходит, может, воздух ионизируется. Нет, 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 это не физическое состояние, скорее метафизическое. И не нужно сюда с приборами идти, нужно просто быть рядом с этим человеком. Потому что нету такого феномена, как отдельно существующего от молящегося. Молитва — это то, как живет и дышит человек молящийся. И на самом деле от этого воздыхания неизреченного, которое облекается иногда в слова, иногда в действия, требует определенных жестов, но на самом деле находится в такой предельной глубине, до которой не всякому человеку можно и дотянуться, осознать даже эту глубину. На этой глубине происходит нечто, что животворит, вот это старинное слово, оно очень правильно сюда входит, животворит мир, который нас окружает. И мне кажется, что те катаклизмы, бедствия, которые происходят в мире, болезни умножающиеся, может быть, не напрямую, но каким-то образом связано это с тем, что меньше стало молящихся людей. Людей стало больше, а молиться некому. Некому лечить, целить этот мир этими самыми воздыханиями неизреченными. Поэтому так важны молитвенники, те люди, которые по-настоящему молятся, которые понимают, что это такое. Может быть, даже не понимают, потому что я знал удивительных людей, старушек простых, которые молились, но они не могли ничего объяснить, может быть, и сами ничего не понимали. Но их опыт был по-настоящему глубинным. Молитва — это опора этого мира. Не могу никаких аргументов привести в подтверждение этой фразы. Ничего не могу. Только мои личные ощущения, только моя интуиция. И многие люди, которые встречали по-настоящему молящихся, глубоко молящихся людей, подтвердят мои слова, потому что это самое большое чудо. Невероятные необходимости в этих людях, невероятная нужда.
Да, нам нужны и академики, и инженеры, и поэты, и писатели, программисты, куда же без них. Но не меньше, а может быть даже больше, нужны люди, которые молятся. Люди, которые молятся, которые как будто якорь забрасывают в мир подлинного бытия и вытаскивают наш мир, разлагающийся, распадающийся, больной, вытаскивают его к этому подлинному бытию. Благодать Божию, целяющую, призывают на своих близких, на этот мир. Поэтому так важно этих людей поддерживать, ценить и, может быть, и самим разрешать себе эти воздыхания неизреченные.